Когда-то это была прерогатива национальных правительств, но достижения в области технологии и новый предпринимательский дух открыли космический сектор для частного бизнеса. Добро пожаловать на программу «Планета бизнеса». На этой неделе мы изучим возможности небольших компаний, работающих в растущем космическом секторе европейской экономики. Мы поговорим об этом с представителем Еврокомиссии, но сначала рассмотрим один инновационный стартап в Польше. Компания Peab Space из Варшавы сполна использует все возможности растущего космического сектора экономики Европы. С 2017 года она разрабатывает передовые роботизированные системы и машины для исследования планет, такие как этот вездеход. Все прошло быстро? Очень быстро, и даже без лицензии. Компания также разрабатывает захватное устройство для использования в миссиях по обслуживанию спутников на орбите. Как участник крупного исследовательского кластера, она получила финансирование в рамках программы ЕС «Горизонт-2020». Матеуш, насколько важна эта поддержка для бизнеса? Поддержка со стороны робототехнического кластера Европейского Союза очень важна для нашей компании. Это позволило нам начать разработку роботизированного захвата для обслуживания спутников и установить связь с несколькими европейскими компаниями сектора. Peab Space — это лишь небольшая частица растущей космической экономики Европы, в которой уже работает почти 250 000 человек. Еврокомиссия, поддержка которой жизненно важна для стимулирования инноваций и создания высокотехнологичных рабочих мест, заявляет, что ее цель — сохранение и дальнейшее укрепление европейского лидерства в космосе. Томаш, почему космос такой приоритет для Европы? Кто может сегодня представить нашу жизнь без спутниковой навигации или наблюдения за Землей? Благодаря этим системам мы можем брать на прокат велосипеды или получать очень точные данные из космоса. Европа предоставляет эти сигналы, эти данные компаниям, которые могут создавать ценные новинки. Европа также предлагает новый рынок компаниям, которые очень активны в области спутников, программного обеспечения и пусковых средств. А как Европа поддерживает предпринимателей и компании в космическом секторе? Европа — мировой лидер, и мы хотим оставаться таковыми. За последние 7 лет мы инвестировали более 12 миллиардов евро в космический сектор и хотим инвестировать 16 миллиардов в ближайшей финансовой перспективе. Ни одно из государств-членов в отдельности не располагает столь огромными инвестициями. Мы хотим продолжать, хотим создавать новые программы, которые также будут соответствовать новым реалиям, программы, которые компании ожидают от нас. На сегодня это все в программе «Планета бизнеса». Если вы хотите узнать больше о поддержке космического сектора европейской экономики, заходите на наш веб-сайт. Спасибо, что были с нами.